меня зовут Мария. Моя фамилия Эйесмонт. Не бросайте нас, пожалуйста, мы с камерами. Мы не бросаем, мы будем здесь до последнего задержанного. Мария, здравствуйте. Как я понимаю, все эти дни вы вытаскивали людей из ОВД разнообразно. Я была с людьми в ОВД, поскольку вытащить всех, к сожалению, не получилось. Полиция нас не испугает. Мы действуем мирно, ненасильственно, закон не нарушаем. Нарушая закон только один. Ну а тем временем следствие уже завершило расследование дела против активиста Константина Котова, которому из участия в московских митингах предъявили обвинение по так называемой Дадинской статье. Молодые люди должны строить прекрасную Россию будущего, а не сидеть в тюрьмах по надуманному обвинению. Текст обвинительного заключения, и он достоин 4 года колонии общего режима за мирный выход на мирные акции. Мы понимаем, что мы имеем дело с очень серьезным противником в виде разложившейся судебной системы. Россия вообще это прекрасная страна с большим количеством хороших людей, образованных людей, людей, которым не все равно.